друзья, всем привет. Максим Индивид на проводе. Вот. И сегодняшнее видео — это отзыв о фильме «Меняющий игру». Вчера посмотрел этот фильм, и он так гладко зашел. И я вам скажу, что мясо полезно. Вот. И об этом говорится в фильме. То есть обязательно посмотрите его. Сразу расскажу, о чем фильм, да. Фильм о том, как звезды большого спорта, чемпионы мира, то есть рассказывают о том, какое у них, ну, было питание, как оно менялось. То есть там показаны выступления тех, кто сидит на растительной пище, тех, кто ест там только стейки, там и боксеры, и бегуны, и мировые рекорды по там поднятию бревна и прочего-прочего. То есть все там это вообще как бы масштабный фильм. То есть там и Джеки Чан, и Шварценеггер, то есть все-все там принимали участие, то есть, вот, и ученые, то есть проведены опыты о том, как мясо и растительная пища влияют на потенцию, как они влияют на проводимость кровеносных сосудов, как там нейроны мозга, на все-все-все, вся эта информация есть в фильме. Поэтому обязательно посмотри, чтобы быть на 100% уверенным, чтобы понимать о том, что ты ешь, и ну, о качестве жизни своей, от чего она складывается. Вот. От себя скажу, добавлю, что смотрите, как получается, что мы рождаемся, вот светлая душа приходит в этот мир, и многие вещи мы сами не понимаем, у нас еще не сформировано наше мнение, и оно укореняется у нас с, ну, с детства. То есть мнением авторитетов, окружающих нас, то есть наших родителей, наших учителей в школе, и общественного общего мнения. Мы привыкли считать, что все, о чем думает общество, это исключительно правда, исключительно так и должно быть. Здесь подкрепляется страх оценки с общества, и ну, так вот и мы растем. И многие вещи, например, вот, ну, как полезность мяса, ну мы просто так, ты что, белок? То есть, а понятия не имеем, что такое белок, где он там участвует, в каких процессах, да, то есть, ну, не, конечно, есть спортсмены, которые понимают, что белок там нужен для роста мышц, да, а что такое углеводы, для чего нужны жиры, как бы, мы вообще не понимаем, мы понимаем, что вот он, если жир есть, да, то он есть, и жир — это плохо, то есть. Оказывается, не все так, то есть, жиры есть полезные, и вот жиры, например, от авокадо и животного происхождения, жиры по-разному влияют на организм человека. Вот обо всем об этом в фильме. То есть посмотрите один раз, чтобы знать наверняка, и чтобы потом, ну, когда вам какой-нибудь веган подойдет и скажет: «Слышь, ты что, ешь мясо?» А вы могли сказать: «Я вот знаю, что мясо, оно там полезно потому что, потому что, потому что, потому что». Понимаете? Потому что сколько я встречаю людей, да, то есть, ну, как бы я до этого не ел мясо, да. И, ну, как бы мое объяснение было тем, что, ну, мне жалко животных, да, убивать, например. Ну, в плане того, что я не поддерживаю насилие над животными в том числе. Для меня это тоже душонки, которые сюда пришли, и, ну, честно, убивать мне не хочется. Вот. Второе, что при убийстве их энергия сохраняется, да, убитого животного. То есть вы представляете, ладно бы это еще, да, как-то, ну, внезапно, да, он не помер, там такой страх, там просто вот сковывает, видно, тело, да, вот, ну, ну представь тебя, вот, ну, просто, я не знаю, будут пытать, да, ну, как корову, да, на конвейере, она, то есть она понимает, что все, она идет на смерть, ее там заковали всяко-разно, там, и даже там какие-то есть нормы, что ее даже вверх ногами, она собственной кровью просто захлебывается, то есть для меня это дико. А потом это ты ешь вот эту кусочек энергетики в своих пельменях. То есть, ну, извини, для меня это вот было достаточным аргументом. И, например, взять молоко. То есть я взрослая особь человеческого, как сказать там, человеческого рода или как. Ну, если на физиологическом, да, и там на ветви развития Дарвина, да, рассматривать. То есть, зачем мне пить молоко взрослому? Да, я не ребенок. Другого какого-то, ну, класса, даже если корову. То есть, ну, я понимаю, если бы, ну, я был маленький, да, и как бы у моей мамы не было молока, ну, ладно. Взрослые кошки не пьют молоко. Молоко, ну, вот у меня, ну, менялось. Один раз менялось мнение, то есть один раз я узнал, что оно плохо, потом я думаю, да нет, вы что, и подумал, что хорошо, и
Потом я подизучил, и после видео Милованова «Молочная промышленность за 5 минут» рекомендую посмотреть. А вот, у меня, я просто проснулся утром, я не смог даже яйца с творогом есть. Ну, такая вот история, друзья. Вот. А где брать белок? Ну, давайте вы посмотрите этот фильм и сами поймете. А если вы думаете, что ваши курочки выращены как вот в горах Абхазии, они ходили там такие вот свободные, вот в Абхазии, вот я ездил в Абхазию, и я видел там коровы, они реально вот могут по дороге идти, и все машины их объезжают. Вот там мясо должно быть, ну, по крайней мере, благороднее, чем то, которое выращено, где ее просто в конвейере, просто оно там друг на друге. Посмотрите фильм «Земляне». Очень хороший фильм, который поясняет о промышленности мяса. Вот этот момент сказал. Ну и, наверное, последний момент, кто досмотрел до этого места, открою вам секрет, что фильм как раз об обратном. О том, что мясо, оно никак вообще, никак. То есть мы не можем есть мясо. Люди не приспособлены. Та информация, которая у вас упала, и вы ее приняли за правду, подвергните ее сомнения, откройте свой разум. Я понимаю, что у вас у всех нет времени, но это, вы понимаете, похоже на то, на гонщика, который несется по трассе и проезжает мимо заправки, потому что ему надо быстрее куда-то ехать, и он опаздывает. А ехать еще кучу времени, кучу расстояния, и когда следующая заправка, непонятно будет. Поэтому выбор за вами, я свой выбор сделал, и ну, я просто счастлив и рад дариться этим счастьем с вами. Ну, вот. А для тех, кто в теме, лайк, подписка, комментарий, поддержите, всегда рад поддержке. Вот. Всех люблю. Пока.